Полицейскими Тувы из незаконного оборота изъято более 1,5 тонн спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции. В селе Хавуаксы при досмотре транспортного средства в салоне обнаружено и изъято 4 пластиковых тары емкостью по 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью, принадлежащей пассажиру, 47-летней односельчанке водителя. Второй факт транспортировки крупной партии спиртосодержащей жидкости выявлен и пресечен сотрудниками полиции Барунхемчевского района. В ходе проверки полученной информации на 69-м километре автотрассы Акдоврак-Абаза сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль, следовавший в республику из соседнего региона. За рулем транспортного средства находился 22-летний житель города Акдоврака. При досмотре автомашины правоохранители не обнаружили запрещенных предметов. Однако полицейскими были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых недалеко от автодороги в лесном массиве сотрудники полиции обнаружили и изъяли 277 пластиковых канистр объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью. Водитель и пассажир транспортного средства доставлены в межмуниципальный отдел МВД России Барунхемчевский для разбирательства. В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.